Потому что вот этот успех, который мы сейчас ощутили, эту радость, это ликование нашей души, мы, конечно же, никогда не могли бы получить, если бы нам не помогали добрые, мудрые, сердечные люди. Позвольте же пригласить от вашего имени их сюда сейчас на сцену. Это, во-первых, генеральный консул Российской Федерации в Клайпеде Александр Георгиевич Грачев. Дипломы подписаны министром по культуре и туризму Калининградской области Андреем Викторовичем Ермаком. Кроме дипломов, здесь еще есть уникальные диски, которые нигде никогда нельзя купить. Они не продаются. Эти диски нам каждый раз привозят фонд национальной поддержки правообладателей. Для того, чтобы мы имели возможность вручить их вот так отдельно людям. Александр Георгиевич, вам, Светлана, вам. И еще у нас есть один диплом благодарностью мэрии города Клайпеды. Потому что зал, который нам предоставили, такой чудесный зал. А какая публика, а, музыканты? Какая публика! Уважаемые дорогие клайпедчане, уважаемые дорогие калининградцы, просить меня обещать поздороваться. Конечно, для нас сегодня огромный праздник, ваш приезд сюда, ваше выступление. Мы его давно, долго, с нетерпением ждем, очень рады. Наверное, может быть, вы помните, полтора месяца назад, когда этот фестиваль открывался, я поехал на открытие к вам. Я говорил, что сейчас, в эти непростые, очень непростые политические времена, как никогда важно сохранять и поддерживать целыми и невредимыми эти мостики культуры, которые связывают наши страны, наши народы, наши регионы, наконец. То, что вы делаете, я абсолютно без всякой доли сомнения и, разумеется, без всякой иронии скажу, что это дипломатия высшего разряда. Без чего наши двусторонние связи сейчас просто захереют. И поэтому на вас, именно вас, на людях, которые занимаются искусством, культурой, на музыкантах, на дирижерах, на солистах, великолепных, ложится, на ваших всех сотрудников ложится, если хотите, такая огромная, огромная задача быть нашими помощниками, быть помощниками российской дипломатии, которая пытается делать все возможное для того, чтобы сохранить эти связи на межрегиональном, на межгосударственном уровне. И благодаря вашей поддержке, к счастью, нам многое пока еще не удается. Огромное вам спасибо, друзья. Хотел бы особо поблагодарить мэрию. Здесь присутствует заместитель директора администрации
Олег Фролович Мариничев, он так приподнялся. Так что мы его всех приветствовали. Да, действительно, предоставлено содействие, предоставлено великолепность. Это самый большой, и выступать в этом зале, вы знаете, вы здесь неоднократно выступали, но это очень почетно именно на этой площадке концертом выступать. Вот. И, конечно, огромное спасибо и Светлане Васечкиной, и многим соотечественникам нашим, которые пришли сюда, многим общественникам, которые помогали распространять билеты, приглашали своих друзей, близких. Своим приходом сюда вы тоже внесли важную лепту в копилку поддержания дружбы между Российской Федерацией и Литовской Республикой. Вам за это. Я хочу пригласить своих коллег из Генерального консульства, чтобы они свое почтение букетами цветов перед нашими дирижерами, перед солистами. А в свою очередь хочу сказать, что есть Людмила Кожемякина ушла, есть человек, заместитель директора, да, который скромно всегда за кулисами, но который с самого начала и этого большого проекта, который называется «Русская музыка на Балтике», которая через год проходит, каждые два года, непосредственно готовила эту гастроль. Естественно, при поддержке. Спасибо всем. Спасибо, спасибо. Ну и, конечно, уже в самом завершении хочу поздравить всех с завтрашним праздником, Днем России. Я знаю, что здесь собрались люди, которые имеет самые лучшие, самые добрые чувства России. Хочу вас заверить, что и в России точно так же отлично. Спасибо. Точно так же относится к литовскому народу. Здесь нет никаких сомнений, их не должно быть. Еще раз вам спасибо всем. Будем ждать ваших коллективов. Спасибо большое. Спасибо. Уважаемые друзья, буквально несколько слов. Мы очень счастливы и благодарны, что сегодняшний вечер провели вместе, что вы создали такую теплую, очень приветливую, очень доброжелательную атмосферу, которая так питает музыкантов. Поэтому это чувство такой взаимной симпатии и любви, которое существовало на протяжении сегодняшнего вечера, мы надеемся, что будет продолжаться всегда. Мы с удовольствием вам будем приезжать и рады какими-то новыми программами, новыми успехами. Спасибо за то, что мы сегодня собрались. Удачи вам! Удачи вам! Спасибо! Музыка.